помидорчик, вот. Добавляем колбаску. Так. Тоже обжариваем. Когда все подрумянится, добавляем яйца. Мила, внучка хозяйки дома, мечтала приготовить яичницу по рецепту Андрея Иванова, чтобы угостить ею не только домочадцев, но и гостей. Да, правда, нет, газу лучше, конечно. Да, нет сомнений, что это газ. Этого события семья Любови Терещенко ждала 10 лет. Газом пользовались и раньше, но это было дорого и неудобно. Самый неподходящий момент – голубое топливо могло закончиться. Хозяйка вспоминает, по традиции неприятность происходила в ее день рождения. Это сложно и приготовить, покушать, это сложно и отопить. Особенно с осени до весны весь бюджет семьи практически уходил вот на газ, потому что мы провели газгольдер, газ стоит очень дорого, и были такие... 35 тысяч платили, и по 50 тысяч. Подали заявку, заключили договор. На работу ушло полтора месяца. Осенью семья Терещенко почувствовала перемены. Как и другие жители округа. Всего в этом году заключили более 1000 договоров в рамках программы социальной газификации. С начала ее реализации голубое топливо провели в 171 населенный пункт муниципалитета. Это 220 километров сетей. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова». Редактор